Аллею памяти жертв ДТП на улице Куконковых буквально сравняли с землей. В процессе ремонтных работ коммунальщики выкорчевали березки, высаженные в память о жертвах дорожных происшествий. Асфальтовая дорожка, проходившая вдоль некогда аллеи, также была уничтожена. Однако вскоре все вернется на свои места, заверила нас Екатерина Романова, консультант проекта РС-10. Именно эта организация была инициатором создания сквера. Это вопрос уже к благоустройству города Иваново, потому что нам они рекомендовали это место. И с ними был договор нынче, что, ну, я имею в виду этим летом, что мы все переделаем, поменяем. Но так как ведутся сейчас работы по трассу и все остальное, то осенью все будет благоустроено, приведено в порядок, конечно, однозначно. Правда, и до ремонта теплотрассы деревья не были в порядке. Без должного ухода саженцы высохли. А кто обязан был ухаживать за насаждениями? Управление благоустройства и кураторы проекта РС-10 между собой так и не разобрались. При восстановлении аллеи планируется высадить более неприхотливые к условиям почвы деревья. Учтут и другие ошибки. Чтобы ситуация не повторилась, деревья высадят не над теплотрассой и подальше от проезжей части. Проект аллеи, над которым трудились студенты Политехнического института, уже готов. Они его сделали, и мы планировали, что это будет весной, но так как скрывалась трасса, все перенесли уже на осень. И все осенью потом, как только работы вот все по переоборудованию трассы закончатся, дальше будут вместе как раз те, кто у нас нарушил это все, они нам будут помогать. Так что мемориальная аллея будет полностью восстановлена уже этой осенью, утверждают в РС-10. Остается надеяться, что будущее насаждение не постигнет судьба погибших. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.